Доброе утро, друзья мои! Я уже позанималась йогой. Решила выйти на балкон, подышать. Я вчера вечером 10 часов уснула. Посмотрите, как занимаются рано, видите? А видите, сколько людей ходят. И также много людей на набережной. Не ленятся, встают рано и занимаются спортом. Может, кто-то куда-то идет. Вот и базар даже. Так тоже с утра люди подготавливаются. О, не зря говорят, кто рано встает, тому Бог дает. Ну вот и я тоже проснулась раньше будильника, без 10:06. Вот. Как бы еще перестроиться так, каждый день 10 часов засыпать. Не зря говорят, что в 11 часов очень полезно уже отдыхать. Спать с 10 до 2 часов. Этот период, когда организм получает полезность от сна наиболее в течение суток. Если мы в 2 ложимся, это мы так просто себе, как роботы, спим. А с 10 до 2 именно полезность какая-то. Вот, я наумничалась, пошла слушать болталку, пить кофе. И мне видео надо там открыть на моем другом бизнес-канале. Кстати, переходите тоже, поддержите мой канал, подписывайтесь. Я вас очень прошу. Ну и продолжение вам. И смотрите дальше, что сегодня будет. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нем вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моем бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила! А, мандарины по 2,50. Картошка по 4, я посмотрела. Друзья мои, пробежалась так по базару. Только начинают они выгружать все. Бегу на набережную. Мою любимую набережную. Видите, маслины по 20 лир есть. Разные крупы. Сушеные фрукты, инжир. Видите, как его сушат. Текстиль. Посмотрите, сколько с утра людей. Ну, с утра нет, 9 часов. И там, и тут, и здесь, и тут. Очень много людей занимаются ходьбой. Я сегодня не на велосипеде, решила походить быстрым шагом. Уже тепло. 27 градусов там в данный момент. Море, наше море. Смотришь на него, так хорошо, все успокаивает. Надо мне сесть тоже помедитировать потом на берегу. Побежала я, друзья мои, решила показать вам красоту. Я кайфую. Сидела сейчас и смотрела на волны. Погода сегодня такая облачная, теплая. А тут море, девочки, мальчики. Загадывайте желание. Загадывайте желание. Желания до 19-го супер исполняются. Не так, как просто, а, я хочу там эту сумочку новую. Надо с такой страстью подумать.
как будто у вас эта сумочка в руке. Посмотреть, как она, почувствовать, как она пахнет. Цвет. Какой красивый этой сумочка дизайн. Прочувствовать. Вот тогда все исполнится. И также во всем. Не только в покупке, в отношениях, в жизни и со всем. Вот я сижу сейчас, сидела и этим занималась. Кстати, я смотрю, кто-то один купается. Кто-то там один купается. Пошла я, девочки, мальчики, кайфовать дальше, домой, рисовать нейрографику. У меня, ой, не то что нейрографику, такое сейчас желание, порисовать свои нейроны, изменить. Есть же какие-то задумки. Ой, столько тем каждый день. Каждый день полно тем, друзья мои. Мама позвонит, скажет там про внуков. Что-то мои внуки стали бояться очень сильно. Страх у них даже вот выйти из комнаты. Там, говорит, кто-то говорит под кроватью. И надо прорабатывать мне. Я сейчас буду это тоже делать, рисовать. Работа над страхами моих внуков. Вот насмотрятся они вот этого компьютера и потом страдают. Так что вот почему я рисую. Рисую, все решаю проблемы. Это бомба, друзья. Решила я позавтракать на балконе. Вот мой завтрак, 2 яйца, 2 сосиски, маслины, сыр. Решила в этом растворе держать, чтобы он не испортился. И вот хлеб ржаной. Вот это я сейчас все съем, друзья мои. Марафон у меня начинается завтра, поэтому позволю себе. Да, я очень много калорий трачу, энергии. Энергии трачу, энергии. Не опасно. Приятного мне аппетита. Лук Polar 50. Отлично. 4 лиры. Виноград 5. Видите? Вечерний базар, блин. Дотянули мы с мужем. Что ж, все закончилось. 3,50. Гранаты. 5 лир, 6 лир. Брокколи дорого. Herkes tırsıyor, korkuyor ama şey, dün buradaydı. Çok köpek geliyor, değişik köpekler geliyor. На базаре хаос, все дают бесплатно, друзья. Мы с Ашкевом не хотели покупать, посмотрите, полная сумка, еле тащим домой. Дают виноград, очень выгодно купили. По 5 лир, говорит, забирай последнее и этот. Потом, что мы еще купили, сейчас скажу вам. Хурму, бананы, яблоки. А знаете, как предлагают они? Хурму возьми, говорит, 6 по 5 тарелку. Мол, тарелку мы думаем. А они килограмм, это 10 лир, говорят, плати. Ну, а потом уже стыдно отказаться. Ну, вот так вот они заманивают. Брокколи мне понравилось. Смотрите, какая женщина. Брокколи мне понравилось сегодня. Дешево было брокколи. Купили мы. Ну, в общем, дома покажу сумку. И вот мы дома. Ну, видите, немножко помялась наша хурмычка. Вот все это стоит 75 лир. Это по сегодняшним ценам, наверное, 7 долларов. Что именно сейчас покажу. На 7 долларов мы купили. Бананы 7,50. Сейчас сезон банан. Очень дешево. Картофель 3,50. Вот это вот виноград, вот этот, на 5 лир. Виноград обалденный, без косточек. Вот такая капуста, вы видите, листья салаты, то есть вот такие листья салаты стоят 2,50. Мандарины обалденные по 2,50. Брокколи 2,50, если возьмешь 2 штуки. Что мы еще купили? Купили мы зелень, кажется, по 1,5 лиры.
Я так захотела зелень сейчас себе. Вот рока. Вот это терри, я не знаю, как называется она по-турецки. И мне очень захотелось мята. Ну и петрушка. 1,5 лиры каждый пучок. Если не ошибаюсь. Шпинат. 4 лиры килограмм. Этот лук по 2 лиры. Помидоры вот такие по 3 лиры килограмм. Яблоки 4 лиры килограмм. Хурма 5 лир килограмм, но здесь на 9 лир. Вот это сколько штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. Ну вот, друзья мои, вот такой вот базар сегодня у нас с мужем был. И я очень довольна покупками.